Здрасте, сэр, как дела? Все хорошо. Я Майк Перри. Вы Майк Перри? Да, сэр. Рад знакомству. Ну что, поехали? Как прошел полет? Да неплохо. Да? Да, для меня вообще отлично прошел. Я вступил в клуб. Ладно, забыли. Я вот рассказывал ей, что годами прям основательно готовился к этим боям. Я брал с собой самую лучшую одежду, даже в самолете старался хорошо выглядеть. И каждый раз, когда я прилетал, вообще ничего не происходило. Я зря наряжался, никто никогда меня не снимал. Так что теперь я одеваюсь во что попало. Но вроде канает, это подход Майка Перри. Че попало, надел и норм. Я билась в Вегасе 2 раза, и мне очень понравилось. Когда я в первый раз прилетела сюда, я хотела посмотреть город, потому что не была здесь раньше. Это был поединок за временный титул в Invicta. Я прилетела и выиграла его. И второй раз это как раз-таки был мой предыдущий бой. И хотя мне не удалось погулять, посмотреть город, но в бою я одержала победу. Так что можете ожидать яркого, зрелищного шоу, потому что я бьюсь там, где в прошлый раз всех удивило своим поединком. Будем надеяться, мне удастся это повторить, потому что это здорово. Ну и как там в Нью-Йорке? Холодно? Да, на этой неделе холодно. Но на прошлой неделе было тепло, я даже на пляж ходила, градусов 25 было. Ну, ты загорелая. Да, и правда. Только прилетела из Нью-Йорка, полет прошел отлично. Тем более после предыдущего полета в Абу-Даби этот вообще прошел незаметно. Чему я очень рада. Лагерь прошел отлично, хотя я только 3 недели назад узнала, что буду биться. Могу предложить вам воды? Не хочу, спасибо. Все хорошо? Да, все в порядке. Я только отбилась 4-5 недель назад, и у меня не было травм, так что я была готова. И некоторые из моих одноклубников бьются в декабре, так что я помогала им, спарринговала с ними, так что почему бы не побиться? Конечно, я сочувствую людям, для которых этот год был тяжелым, у которых нет работы из-за того, что все закрыли, но для меня это был очень легкий год. Это будет уже 4-й поединок для меня за год, так что я активно выступаю. И мне это нравится, у меня нет травм, я готова, я постоянно тренируюсь, так что это здорово. Я бью Синтии Калвило. Многие воспринимают наш бой как классическое противостояние ударника и грэпплера, но мы с Синтией выходим биться, и мы всегда готовы, где бы ни проходил поединок, так что я думаю, что где бы поединок ни проходил, в стойке, на земле или у клетки, он будет ярким. Привет, ребят, вам нужно сдать тесты и затем можете проходить. Окей, то есть сначала нам туда? Да, сначала туда, там вас протестируют и затем идите в лобби. А ты? Я Джон. А, мы с тобой переписывались. Да, верно. А ты думаешь о своих оппонентках или же, выходя туда лучшей версией себя, ты уверена, что сможешь одолеть любую? Знаете, у меня максимально хладнокровное восприятие поединка, я не испытываю никаких эмоций, и тебе не всегда нужно быть намного лучше своего оппонента или превосходить его в каком-то аспекте. Самое главное — провести правильную атаку в правильный, выверенный момент, взорваться, и это поможет тебе выиграть бой. Оставьте багаж, я за ним посмотрю, идите сдайте тесты, и затем пойдем заселяться. Я настраиваюсь на то, чтобы активно работать, атаковать в поединке, не позволять Валентине чувствовать себя комфортно, не позволять ей обдумывать следующие шаги, потому что она очень умный боец, и не в моих интересах позволять ей использовать свой интеллект, нельзя давать ей время на обдумывание. И именно на это я настраиваюсь, об этом я думала на протяжении всего полета, нужно сразу навязать свою игру и не дать ей пространства. Знаешь, многие успешные чемпионы говорят, что со временем тебе становится только тяжелее, потому что на тебе огромное давление, к тебе постоянное внимание со стороны медиа, со стороны фанатов. Скажи, это как-то сказывается на тебе? Я родилась в стране, где ничего не дается тебе легко, там очень тяжелая жизнь. Так что все это подготовило меня к тому, чтобы быть на этой позиции.
И это моя главная мотивация. Учитывая, где я нахожусь сейчас, мне нужно работать в двойном объеме для того, чтобы сохранить эту позицию. Это бесценно для меня, и именно поэтому это так мотивирует меня. Я не хочу утерять это, потому что я знаю, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы стать чемпионкой UFC. Как ты, брат? Хорошо, а вы? Все в порядке. Здравствуйте. Так, сейчас я для вас все подготовлю, вся информация у меня есть. Кстати, поздравляю, ребят. Спасибо, брат. Знаете, эти постоянные мысли о поединке, это уже не так важно, потому что у меня в жизни столько всего происходит, столько вещей, о которых мне еще нужно позаботиться, что все эти оппоненты не имеют значения, неважно, есть ли у меня с ними конфликт в реальной жизни или нет. Они знают, что к чему, все они меня вызывают, они понимают, где реальный бой. Так что они хотят биться со мной, они упоминают мое имя, кричат: «Эй, Майк Перри», а я думаю, типа, я бьюсь с жизнью, я пытаюсь выиграть для своей семьи, пока вы хотите биться со мной. В карде бьется еще кто-то, кого будет секундировать твой угловой? Не, никому не достанется мой угловой. Здорово. Они пытаются уронить, загасить, как-то принизить меня. Но я им не позволю. Я буду в форме, я одержу чистую победу. Посмотрите, кто это. Как ты, братан? Никого, блин, не узнаю. Рад видеть тебя, хорошо выглядишь. Привет, как дела? Латори, это Пол Фелдер. Все хорошо. Все отлично. Ты будешь комментировать на этих выходных, да? Не, я комментирую Contender Series сегодня, а твой бой я буду смотреть просто как фанат. Рад тебя видеть. И я вас. Удачи, ребят. Повеселись там. Окей, спасибо, бро. Локти тоже надо продезинфицировать. Про локти не забывай, бро. Ну все, порядок. Завязывай угорать. В последний момент решил сделать футболку. В Инстаграме увидел этот арт и мне понравилось, я подумал, что прикольно выглядит, и решил сделать футболку из этого. Так что тут картинка, сверху мое имя, а снизу название моей команды Solid Foundation. На этом все держится, врубайте. А мы тебя везде ищем, мужик. Здорово. Здравствуйте, ребят. Привет, привет. Не-не-не, сумку сам понесу, нужно тренироваться, вес еще гонять. Да, это все, отлично. Присаживайтесь. Да, сэр. Планшет не забудьте. О, окей. Это антисептик? Да. Эти конфеты тут сироп, просто дрянь. Чувак, завязывай. Прости, но я скажу это. Можете спорить, гнать на меня, писать мне, но Тутси Роллс просто дрянь. Я должен был это сказать. Во всеуслышание. А, блин, забыл спросить, мы можем быстренько в продуктовый заехать? По-быстренькому, да, сэр. Как хорошо, что я не забыл. Трев пытается привить мне это, то, что нужно заботиться о своем питании. Об этом всегда нужно помнить, неважно, будешь ты биться еще 10 лет, еще 5 лет или еще 2 года. О теле, о здоровье нужно заботиться всю жизнь. Эй, тренер, я печенек зацеплю? Печеньки можно? Он должен отдавать себе отчет, что он кушает изо дня в день, тогда весогонка будет проходить без проблем. И плюс тренировки идут впустую, если спортсмен не заботится о своем теле. Так что с Хоакином у нас есть единственная проблема. Он не курит, он не пьет, не занимается ничем подобным, но мне приходится контролировать, чтобы он не мотался по фастфудам и тому подобное перед боем. О, этот чувак Хоакин Бакли, он выдал крутейший нокаут на планете. О, серьезно? Это вы? Не, вот он. Нет, это вы.